меня вопрос. Почему ты резюме написал про продвинутый пользователь, когда это не так? Совсем. Я хотел, чтобы меня взяли. Учетчик на распределительном складе – неплохая работа и с хорошими бонусами. Так что я подумал, небольшая ложь стоит риска. Учитывая твою историю, есть какая-то ирония в том, что ты будешь следить, чтобы ничего не потеряли и не украли. Неплохо, неплохо. Знаешь, ты неплохо поработал над собой. Спасибо. Так что, серьезно, я тобой горжусь. Ну, Райлз, от тебя это большая похвала. Полиция! Какой черный? Так, чтобы мы их видели. Давай, на землю! Ладно, ладно. Вы не можете. Уберите руки от моей дочери. Вы слышали меня? Райли Дэвис, вы арестованы. Прическа у тебя та еще. Ну, там не то чтобы пятизвездочное удобство. Ты в порядке? Да, ничего. Я за Элвуда беспокоюсь. Он все еще под арестом и пропускает первый день на работе. Мэйти вытащила ранее без проблем, но вот с Элвудом, учитывая его прошлое, все не так просто. Это прошлое пытается оставить позади. Так что с вами случилось? Я ему помогала с компьютерными навыками для новой работы. А потом, бум, ложный вызов. Ложный вызов?